Добро пожаловать! Он там! Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Лидия. Приглашаем вас на очередную прогулку выходного дня. И сегодня вы побываете в одном из крупнейших музеев мира – Центральном историко-археологическом музее Великобритании – Британском музее. Его экспозиция занимает 94 галереи, общая протяженность которых составляет 4 километра. Коллекция египетских экспонатов Британского музея считается одной из крупнейших в мире. Также музей представляет уникальный срез культуры из разных уголков Земли – Индии и Китая, Африки, Океании, Южной Америки. Британский музей – это и история самой Британии от римского периода до средних веков и далее. Более подробно об этом уникальном музее вы можете узнать из наших других видео об этом музее. Ссылки на них я укажу в описании. В конце видео, по традиции, вас ожидает анекдот. Надеемся, что вам понравится наше видео и вы поставите лайк и напишите комментарий. А те, кто еще не с нами, подпишитесь на наш канал и будете вместе с нами открывать для себя один из прекраснейших городов планеты – Лондон. Приятного просмотра! Напоследок, по традиции, анекдот. В Лондоне в одном музее есть надпись. Если посетитель будет трогать руками выставленные экспонаты, администрация музея оставляет за собой право делать то же самое с посетителем. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что вам понравилась наша экскурсия.
Нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и напишите свои впечатления о видео в комментариях. А те, кто еще не с нами, мы предлагаем подписаться на наш канал. И мы будем вместе путешествовать по одному из красивейших и прекраснейших городов планеты – Лондону. Всем всего самого доброго, мира и процветания. Увидимся в следующем видео. Бай!